Паровозик. Моя задача. Я иду, иду скорость. Вот. Понимаете? То есть я что сделал по факту? Не так, как я говорю. Поролся на силу, Дим. Мышцы толкнул, скорость потеряна. Да, и что ж у меня не получается-то? А потому что я иду, иду, бах, я тормознул. Это те же как бы звенья одной цепи. Как бы раз, что ж я не бью, да? Эть, остановился или на руку дай. Чего ж я не бью-то? А я говорю, идти надо. Значит, я иду, начал, и я иду, я человек, как сквозь стену. Уже в этом смысл есть, я смещаю тебя. Человек не хочет идти, я его раз уже сместил. Ногами. Да, раз, он не хочет идти, я сместил. Вот о чем. А силы-то никакой, видишь, просто, да? Стой. Ну вот человек стоит, а я смотрю, типа. Растащил его, да, и все. То есть вот я в любую точку дал. И скоро тот же самый принцип, да, что, да? Да? И тебя, может, двумя руками. То есть смысл какой? Если я силу туда, там, эту туда, посмотрю, что тут, видно, я его скрутил. То есть надо знать, эту туда, то есть что выход какой. Я раз здесь дал, да? Правильно? Давай. В любую точку подошел сюда, да, чего? Сдал? Да. Вот. Вперед.